Здорово, ребят, с вами Алексей, и мы продолжаем проходить Evil Within. В общем, скорее всего, эта серия будет последняя. Возможно, я присоединю ее к прошлой, просто пока я не знаю, много ли еще осталось, но я решил закончить прошлую серию на бое с ними, когда я маленько подвис. Патроны все, им хана, и мне хана. Начал серию и сдох. Почему бы и нет? Отлично. Мы заходим сюда. Что у меня есть? У меня есть всего два патрона. Один там, один там. Что прикажете делать? Так, один со снайперкой, да? Сделайте мне подгон патрончиков. Я даже не знаю, откуда в меня палят. А, я могу забраться. Окей. Тогда проблем немного. Я понятия не имею, каким образом он меня убил сейчас. Либо меня убил чувак с другой стороны, либо я вообще не знаю, что еще может быть. Он целился в другую сторону, не в меня. Как он меня убил? Кто мне скажет? Ну, я промазал. Мне хана еще, к тому же нет. Живой остался. Как жить-то вообще, а? Как здесь жить? Мне снова кидают взрывчатку, она ко мне даже катится. Катится, катится. Это уже не голубой вагон. Давай, поднимайся. Не очень хорошее место, ребятки. Пошел вон отсюда. Вспышка. И что, я ослепил вас, да? В общем, в этом месте они появляются, да, спускаются. Собрался я сюда, а толку вообще ноль. Я аж пустой. Хотя... Знаете ли... Сейчас я его подожгу. Ты еще подорвешься к тому же. Вообще замечательно, быстрый вариант. Я зря поджег даже. Ну и что будет дальше? Надеюсь, ровиков больше не будет. А, путь дальше открыт. Открылся мне уже. Надеюсь, финальный, да? Босс или не босс? Но это, кажись, все тот же маяк. Но маленько измененный. Весь в кишках ровика. Да мы, по идее, и так в голове у Ровика, потому что... Вы же все помните, что было? Сейчас я спрыгну вниз и... Ну, я, скорее всего, разобьюсь. А разве у меня есть другой путь? Представьте себе. Есть. Ха. Хрен там был. Ну что же, прыгаем. Мне кажется, или здесь что-то не так? Там тоже так кажется? Вот теперь все окей. И я не разбился. Каким макаром, не знаю, потому что обычно с таких расстояний я разбиваюсь. Но здесь просто другой случай маленько. Я все понимаю, я все понимаю. Так, детальки. И путь дальше. Тоже место довольно знакомое. Ну, не совсем, конечно. Здесь все места похожие. Это ведь маяк тот самый. Маленько измененный. Мы вообще, по идее, находимся в голове у Рувика. Если так посудить, то вообще. Так, вот теперь возьмем. Вот теперь все окей. Так, сходим в ту сторону. Там тоже пошаримся, может быть, что-нибудь валяется. Здесь много чего валяется. И я чую неспроста.
меня подкармливают патронами под конец. Потому что сейчас что-то будет по-любому. Что? Нет! Два! Два! Путь закрывают! Вашу ж мать! Пусти меня! Хватит виснуть! Подвисает в самые опасные моменты. Еще и хрень это пашет. Летающая. Ну как летающая? Не совсем летающая. Сдохни ты уже, сколько можно? Ты бессмертный, что ли, или что? Ребят, он бессмертный, потому что столько нельзя проживать, даже ему. Подняться не может, а? Так, вот тебя я не полю еще, да? Особо-то. Тихо, ребята, сейчас. Ёб твою ж мать! Вообще ни хрена не вижу. В одном и том же месте, что ли? О, боже мой. Я, конечно, все понимаю, но этого я вообще не понимаю. К тому же я начал с самого начала. Почти. Сейчас мы все обходим, как обычно. Все обыскиваем. Эти хрени надо заранее, наверное, да? Хотя они не стоят. Сейчас они, скорее всего, будут неактивные. Эти решетки периодично. То высовываются, то убираются. Лечиться я вообще, скорее всего, буду не успевать. Заранее избавимся. Так, давайте пошаримся только что. Шарились. Придется еще раз. Так, тебя убирать смысла я не вижу, потому что в это место я подходить не буду. Нет нужды. Хотя... Блин, патрон-то все равно жалко. А они убиваются, ой-ой-ой, как долго. Так, здесь... Игра еще никогда настолько сильно не лагала, скажем так. Это особый случай. Даже не знаю, чем он отличается от остальных. Я готов. Двоица, давайте. Хотя как готов. Там кое-что валяется еще, вон вижу. О! Вот что это за хрень такая, а? Она то есть, то ее нету. Вот, видали, да? Только что. Отбросила чувака. Помогает, скажем так. Ай. Так. До свидос. Ай. Почти. Так, я не промазал. Все отлично. Я не понимаю, почему не настолько жирные-то, а? Одного из них я оставил там. Окей. Лезь давай. Не знаю куда. А, все, теперь знаю. Их вообще можно убить, нет? Потому что я не понимаю этого. Почему они не умирают? Как жить дальше вообще? О! Как повезло только что. Его башка насквозь прошла там. Но он все равно живой остался, разумеется. Потому что это баг обычный.
не по скрипту все. Ребят, это не серьезно совсем. Я все патроны на вас потратил. Вы не умираете. Такого не было никогда. Все. Все. Как так-то? Да быть такого не может. Господа, вы что-то путаете, по-моему, нет? Серьезно. То ли мне там куда-то убегать, что ли, то ли что вообще, я не знаю. Потому что столько, сколько я в них впустил, да не может быть, я не знаю, настолько живучими они. В обоих впустил поровну, наверное. Или почти. Так, я сейчас подожду их в одном месте. Тут все пустое. На пистоле есть чуть-чуть. И лечиться мне пока что больше не нужно. Здесь нет ничего. Давайте, господа, прямо здесь, да? Вылезайте. Открою-ка я путь здесь, да? Потому что, скорее всего, придется бежать. Готово! Ой. Патрон потратил. Тобою залило только что кое-что. Да ёб твою. Все. Ты чё, инвалид что ли? Давай быстрее. Пиздец, ребята. Так, пиздец просто какой. Один патрон на дробаше есть. Сейчас давай. Сейчас будет смачно, надеюсь. Не мне смачно. Ну ты живой остался. Все. Идеи больше нету. Как с тобой драться? Я пустой вообще полностью. Не знаю, насколько сильно я его прохерачил только что. Пробил. От него там след валяется. Смысла в ней не вижу больше. Бери и уходи! Бери и уходи! Ё-моё, сколько же все... Так, на одной я попадусь точно. Какой ты долгий. Я офигею вообще. Я успею, да? Я успею. Нет. Мне насрать на деталь, но надо пройти. Боженьки. Боженьки. Давай, топай. Топай. О. Увидел, побежал. Ребята, сколько я отнял, ну сколько я потратил. Какой кровь и пот. Фу ты. Кровь и пот. Серьезно, если сейчас выйду и подохну, то это будет просто печаль. Чуть не забыл об этом. Это меня спасает на некоторое время, конечно, но при всем при этом я все равно пустой. Придется бить его вручную. Ну, не знаю, там может быть парочка ударов его усмирит, потому что ну сколько уже можно. Больше уже нисколько нельзя. Упал только что. Залезай давай. Да-да. Ну-ка, давай-ка. Я ради прикола только что тебя защемлю. Ага, хрен защемишь ты его там. Сам в руках останешься. Не вздумай подыхать. Не вздумай, мать его, подыхать. Офигеть, я улетел только что. Вставай давай. Инвалид. Пиздец, блядь. Вы не поверите. У меня, в принципе, как обычно, кончились патроны, приходилось бить его сквозь решетку.
Я заработал вполне себе неплохие, скажем так, очки за них. 8000 за одного. О, боже мой, как мне это достало все, а? Приходится ее терпеть. Охренеть. Это еще что такое? Это уже больше похоже на извилины, на мозг. А вот и Рувик. Мне на тебя насрать, просто уйди отсюда, а? Оставь меня в покое. Что опять такое? Почему я от третьего лица так далеко нахожусь? Так, я наступил на красные. Или меня спалили? А, эти самые, да? Которые освещают. Я должен пройти без палева, да? Фига себе. Приколы у вас тут необычные. К чему это все вообще? Что за бред? А вот там свет. Ну, в принципе, смысл ясен. Но там все равно свет. Так что я могу спалиться. Ой, ой, ой! Еще бы чуть-чуть, и мне хана. И я бы спалился. Ой-ой-ой. Ну, в принципе, легко, да? Контрольная точка уже. Что-то не так. Нужно пройти до конца, да? Без палева, типа. Не, обезвреживать я ничего не буду, вы чё? Это... Это можно сфейлить там и все, и бомбануть. У меня бомбанет. И там бомбанет. Понятно, для чего это надо. Так, тут в принципе ясно, да? Хотя можно просто пройти. Так, в этом месте я пройду просто. Не задевая ничего, надеюсь. А вот дальше придется попотеть. Как мне не задеть здесь? Патронов у меня нет, я пустой. Чтобы выстрелить и среагировала на это... Но это не получится никак. И обезвредить ее тоже никак. Блин, как же мне пройти здесь? Тем более, что меня ищут. А, меня спалили. Ну, хоть не сдох, это хорошо. Там пройти-то, я не знаю, успеть. Вот там самое сложное место пока что. Вот здесь. Уже можно пытаться пройти. Как я спа... Я нормально прошелся в этом месте. Чего вы врете-то, а? Судя по музыке... А вот теперь просто бежим. Куда ты бежишь-то? Я уж думал, ты сдох. Ясно. Понятно с тобой все. Откуда мне знать, где будут эти гребаные лужи? Хорошо, теперь я знаю, что я пойду налево, да? Долго ты думаешь? Очень долго. Так, хорошо. Я добежал. И теперь я вновь у этого места. Какие сюрпризы будут теперь? Возможно, теперь это место изменится в правильную сторону. Тогда это было все, не знаю, сознанием Рувика. Или еще чем подобным. Ну вот, теперь это место... Хотя, в принципе, оно почти такое же. Я снова здесь же и снова могу сохраниться. Но заметьте, о, улучшения, где они? Я понимаю, сейф есть, но я столько слизи собрал, что мне надо срочно сделать улучшение. 15-й эпизод, он не кончается вообще.
Самый долгий, видимо, будет. Эта камера не открывается. И улучшение мне сделать нельзя, да? Не дают никак. Да, и мы вновь поднимаемся выше. А я весь пустой. Да, она также подвисает в этом месте, как в прошлой серии. Дежавю просто вообще, одно и то же. Хотя... этого я не помню. А, мы поднимаемся в башню. Вот теперь, видимо, по-настоящему. Я не понимаю, то ли мой комп уже отживает свое, то ли игра под конец начинает гнать совсем на комп своей неоптимизации в этом месте. Потому что он просто орет и игра виснет постоянно. Ну вот мы здесь. Какое-то око, что ли? Ну, поскольку это маяк, это фонарь, но при этом он чем-то обделен. Какие-то корни вросли в него. Какая-то хрень, короче. Ну, мы проходим сквозь него. А, куда-то в другое место, но нет. Двери закрыты, я не знаю, что мне делать дальше. Патронов у меня нету. Сам пошел. Опа! Серьезно? Лесли? И Кидман? Какого хрена? У меня нет патронов на самом деле. Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why I... doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Rubik. He's the one that... Ну и нас тоже. А вот и снова начинается. Во! Это место мы уже видели не раз. Какой-то мозг подключенный. Лесли, стой. Ха, заранее говорю. Это Рубик? Он его контролирует. Наверное. Растворил вообще. Он впитывает его в свой мозг. Эту игру я вообще не понимаю. Практически. Что ж творится-то вообще? Сейчас мы, возможно, попадем вниз к себе. Ну или нет. В окно! Эпично зашкаливает. О, офигеть! Как мы знаем, теперь все это не настоящее. Но при этом умереть мы можем. И снова в мозг. Уворачиваемся, притом он сам летит. Ой-ё. Прям по мозгам. В прямом смысле. И причем не по одним мозгам. Что за хрень вообще? Короче, как вы понимаете, мы видели себя внизу.
настоящего. Нас усыпили и подключили к этой штуке. То есть там внизу настоящее. Как я понимаю. А это что такое вообще? Что это такое? Это Рувик? Я, короче, не знаю, кем он стал, как это вообще называть. Как мы вообще выживаем, переживаем все это? И как с этой хренью бороться вообще теперь? Или просто бежать, я не знаю. К истокам, не знаю. Ёп. Прасы ты. Поймал. Ну да, меня уже убить нет проблем. Так, окей, бежим. Нужно просто бежать, чтобы тебя не поймали. Тихо, тихо. Еще одну. Двумя руками. Уйди отсюда. Контрольная точка, зашибись, чё. Сейчас придется уворачиваться. Ё-моё. Куда бежать-то вообще? Я уже, если честно, не знаю. Куда там можно было пойти? Так, ну сейчас посмотрим. Здесь направо. Здесь налево. Потом снова направо. Маленько скосил, короче, тогда. Нифига не видно было. Это прям паучище. Это уже настоящее паучище, не то, что там было. Это прям вообще нечто. Машина летает в воздухе. Давай за пулемет. Цель ясна. Уйди. По мозгам его. Вы представьте себе, летающая машина. Мы боремся с гигантским пауком, а то и с Рувиком. Просто вынос мозга. Как машина вообще летает здесь, не понимаю. Это все необъяснимо, короче, вообще. По мозгам, и насколько можно, потом по рукам. Патроны вообще бесконечные. Лапку его, ну, сейчас порубаем. А, все, поймал. А, поэтому мы летаем, что ли? Он держал нас или как вообще? Я, короче, не знаю даже. Ой-ё! Ё-моё! Это уже... Уже капец. И что, ты выживешь, нет? Давай, тащи себе. Да он уже все, походу. А как же? А типа последнее, да? Последнее, что он может сделать, да, напоследок. Не, ну он же, по идее, живой, но... Не совсем так. Он пузо его, на. Цель указывается. Так, давай. Может быть, я зря трачу, надо маленько подождать, пока он, не знаю, покажет мне цель. Он в пузо его, на. Точно. Так, готово. Потом снова в пузо. Хотя. Промазал. Так, как же быть-то?
все, господа, можно попрощаться. Увы, я сделал что-то не так. Скорее всего, нужно было делать перерывы между выстрелами. Выстрелили ему в пузо, да? Не, промазал. Точно. Ну, вроде бы правильно, я не знаю. Как повезет. Так. Вот, вблизи уже. Мозги твои. Попал. О, теперь самое то. Как я мог промазать, ё-моё. Прям по мозгам, по-моему, только что ударил его сейчас. Вблизи. Ему хватило. И полетели просто вообще со всей скоростью. И тут он. Неужели я смог? Так просто, вы сами подумайте, он такой гигантский. Настолько ж. Так какая же все-таки, я не знаю даже. Как такое придумали вообще? Попал. Но, увы, нет. Я сделал правильно. Сейчас его задница, пузо, не знаю, брюхо. Порвалось, короче. Это самая невидимая хрень за все время, что я видел. Короче, я не знаю, как это вообще описать. Ну мы как бы... Мы были прицеплены к этой штуке. Ой-ё. Короче, все это нам казалось. Походу. Кто же за всем этим стоит-то, а? Или живой вообще? Кто что объяснит-то? Рувик? Он живой, что ли? Или мне кажется? Я так долго там пробовал, походу, что у меня глюны уже... Я даже не знаю, на самом деле. Уничтожить, конечно. Какой-то мозг. Это, видимо, и есть. Голова всего этого. Размажи его вообще. Уничтожь. Я, на самом деле, не знаю... Правильно ли я делаю? Но вроде это мозг Рувика и все это ивоны. Кидман, объясни мне, что творится. Leave that one. And those two. They're not going anywhere. Какого же хрена, а? Интересное объяснение будет, нет? Опять переходим себя здесь. В этой штуке. Что же настоящее-то, а? Опять из места в место. Какая-то лаборатория. Там, где был тот самый мозг. И мозг все еще там же. Кто вы, ребята? А, то есть мы все были подключены к этому всему? Как вообще? Боже, эта игра выворачивает мозг пожестче, чем BioShock Infinite, наверное. Мясо. Уитерс Лесли. Уитерс.
Лесли уже все. Уже по-настоящему все. А мы выбираемся из больницы, из маяка, возможно. Хотя я не знаю, то есть мы тогда уже выбрались, по идее, или все еще нет? Это были все еще галюны. Когда все-таки будет настоящее, или вообще хоть что-то объяснится, нет? Что же все-таки происходит, да? За мной пришли. Детектив, are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air. Ну, прибыл спецназ на зачистку, на проверку этого места. Что же на самом деле-то вообще? Лесли? Он живой? Я думал, там от него ничего не осталось, оказывается, он ушел. И на меня все еще давит. Ну, либо это глюки, либо я не знаю вообще. Вот и титры, ребята. Вот и концовка. На самом деле какая-то рваная концовка в конце. В конце концов. А толком ничего не объяснилось. Логически завершения не было ничего. В конце. Я все повторяюсь и повторяюсь. Короче, игрушка в принципе получилась средняя. По большей части ее нужно проходить на легком уровне сложности. Потому что на высоком, то есть выживание, ну это просто бесит. У меня вечно бомбило, мне очень сложно было, я столько помирал. Короче, бесило конкретно. В принципе, игра средняя, но мне не очень понравилось. Хотя я говорил постоянно, что я ненавижу ее, ненавижу, но в принципе это было в тех моментах, когда мне сильно бомбило. А пока скажу, что она средняя, да. В общем, мне не очень. Вы думайте сами. Не знаю, как выживание, как... Как и Resident Evil тот же, я же говорил, вот чисто все то же самое, сборку сделали. Outlast, типа мясо, куча, все дела. А Silent Hill там все эти самые. А исчезание, там, мистика, психоделика и так далее. То, что происходило. В общем, не знаю я, как все это было. Были ли мы подключены вот на самом деле. Ну, то есть мы были, но где настоящее было, где не настоящее и что в итоге на самом деле. Что, где и как. Я вообще вот не знаю даже. Какое в этом завершение? Что в итоге можно подвести? Вообще, не знаю, короче. Я ее не понял. Я ведь говорил. Перемещаемся, почти ничего не объясняется. О сюжете вообще почти ничего сказать не могу. Короче, все. Я слышал, что... Я уже говорил, наверное, что будет DLC. По Kidman. Будем играть за нее. Там, думаю, уже что-нибудь прояснится, будет ясно. А пока мы заканчиваем, ребятки. Спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Не знаю, понравилось ли вам прохождение. В общем, каждому на свой вкус, кому как. В общем, все, ребята, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Пока я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До встречи. Еще увидимся. Пройдено. Бонус за прохождение. Автомат получил. Базуку. Так, допустим. 50 тысяч очков. Игра плюс-плюс и просмотр моделей, да? Теперь при начале новой игры доступен дополнительный уровень сложности. Я просто горю желанием новый уровень сложности какой-нибудь, да? Получше выживание, просто горю желанием пройти.
Сейчас даже посмотрю, как он называется. Чисто ради интереса. Новая игра плюс, да? Загрузить уже пройденный эпизод. Допустим, игра плюс, да? Экстренный вызов. Автосохранение, типа самое начало, да? Выберите сохранение, которое хотите загрузить, а прохождение эпизода начнется сначала, даже если игра сохранена в промежуточной точке. Все ваши достижения от начала эпизода до сохранения будут аннулированы. Не совсем понимаю, в чем суть. То есть, по сути, мы проходим игру плюс со всеми плюшками. Такие приколы уже были. Не, я так не думаю. Даже где? Где ваши уровни сложности? Покажите мне их. Общие. Вот в общих должно быть. Где? А, где оно? Управление, графика. Это все не то. А сложность была в общем вообще-то. А пока что я ее не вижу. Допустим, игра плюс. Мы просто посмотрим, да? Экстренный вызов. Переписаны будут, говорите? Ну, в принципе, я прошел уже. Я дальше... Что мне проходить там? Игра плюс ведь. Экстренный вызов, да. Выживание и стандартный, да? Обычный. Не знаю, где можно было посмотреть на новый... этот самый... Допустим, здесь новую начинать не буду, скорее всего, потому что я, скорее всего, просрал обычную плюс, которую получил сейчас. В общем, новой сложности я не увидел. А игру проходить заново я просто желания никакого не имею. Даже если у меня там есть все достижения. Возможно, будет капельку легче, но... Это я не знаю, короче. И тем более проходить на легком уровне сложности со всеми достижениями уже неинтересно. А на выживание просто невозможно. В общем, ребята, все. Спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. С вами был Алексей, всего хорошего. До встречи.